как вам, страшно было? Немножечко. Первый раз видите такой ветер? Первый раз видим такой сильный ураган. Очень было страшно дома. Где-то у нас в соседнем доме даже крышу почти снесло. Ничего себе, у вас ничего не повредило? У нас нет, к счастью. Но было страшно. И не страшно было? Да нет, в принципе, наоборот, интересно. Не знаю, прикольный экспириенс. Ну да, так не очень приятно, страшноватенько. Ну интересно же. Да, очень. Нам бабочку ночью занесло. О, здорово. Переночевала, и мы ее с утра накормили медом и отправили обратно, она улетела. Класс, молодцы. Да, спасибо большое, ребята. Спасибо.